Международная акция «Сад памяти» пройдет с 18 марта по 22 июня 2024 года на всей территории нашей страны. Главная цель этой благородной акции – увековечить память о каждом из граждан нашей страны, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также о воинах, отдавших свои жизни в зоне специальной военной операции. Это поможет сохранить историческую и семейную память. В нашем городе ребята высаживали деревья в память о защитниках станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Прекрасные платаны были посажены в самом центре города по улице Красной волонтерами, студентами Славянского электротехнологического техникума и филиала Кубанского госуниверситета. Мы очень рады принимать участие в данной акции высадки деревьев. Деревья мы высадили в память о героях Великой Отечественной войны, которые защищали нашу страну. Высаженные деревья символизируют продолжающуюся жизнь и реальную связь поколений. От наших корней, дедов и прадедов, до кроны, детей. Эти саженцы, которые вырастут и зашумят густой листвой, лишь скромная дань благодарной памяти. Платаны станут символом подвигов доблестных воинов. Они будут напоминать о героизме нашего народа.